Дорогие братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с великим 12-м праздником Святой Пятидесятницы или Сошествия Святого Духа на апостолов. Сегодня Господь посылает Утешителя, Духа Своего, на Своих учеников и апостолов. Через них и на всех нас, дорогие братья и сестры, пускай благодать Святого Духа коснется каждого из нас, и Господь Своей благодатью очистит наши сердца, дабы Святой Дух всегда был с нами. Аминь. С праздником!